Всем привет! Вы на канале Веконста. Сегодня у нас будет сравнительная характеристика двух бюджетных удилищ. Кайда Партнер Карп рост 3,9. Шарк Форс 3,9. 3,5 ЛБ. Здесь 3 ЛБ. Катушка 8000 на Кайде, 6000 на Шарке. Посмотрим, как отрабатывают удилища, какой у них строй. Эти два удилища работают на рыбалке на ура. Это бюджетный сегмент. Ладно, меньше слов, больше дела. Давайте вешать груза и кидать. Здесь я повесил на палке Кайда 105 груз, здесь на Шарке 115. Сейчас первый заброс сделаем, чтобы немножко леска у нас увлажнилась. Есть. И потом будем кидать на всю дистанцию. Будем мерять лескометром. Погрешность там хоть и есть, но небольшая. Разницы больше 10-12 метров точно не будет. Выматывает катушка приблизительно один оборот 0,92 метра в среднем. Все? Ну что, приступаем? Давай. Кто первый? Кидай. Кидаю. Здесь 6000, 50 кольцо, груз 115. Здесь 8000, 40 кольцо и груз 105. От дуги не будет ветра, нет. Все, ребят, вот, натяжка пошла. Вешаем лескометр по нулям. Да. Пошло. Хорошо пошло. Я бы даже сказал, без напряга. Как раз сейчас мы посмотрим. Сейчас глянем. У меня бы даже из виду потерял, когда он полетел. Восемьдесят семь метров. 87. 115 груз. 87 метров, 115 груз. Пробую еще. Чуть сильнее напрягать. Так, с вес мы сделаем чуть-чуть короче. 87 метров. Будем пробовать добить. Мне кажется, груз легкий. Легкий? 115 легкий груз? Да. Мне кажется, я тогда кидал Донбасс Фишинг. А ну. Да. 125 грамм, он, по-моему, пожестче летел. Сейчас посмотрим. Так, 87 метров, да, там
Да, первая 87. Давай, три попытки ты, три я. Сто пятьдесят. Три с половиной. 96. Получше. 96. Третья попыточка. И давай третью попытку. По нулям? Да. В этот раз 100 должно быть 100%. Кажется, легковато. Легкий? 120. Я даже паутину еще чувствую. Девяносто девять. 99. Все. А, ты сбросил? Да. 99. 99. Так, ну что, приступим к тесту. Здесь у меня 105-й груз. Неужели катушка все-таки решает? Посмотрим. Как ты ее тут? Попробую, если не идет, то в другой стороны. А ну, сейчас бросишь. Так, по нулям. Нет. Начать в другую сторону леску. Вот так, да. Да. Ух ты, подцепил что-то. Да ладно. Ну, да, да. Клюет уже. Может. Леска Climax Deep Purple 0.28. Ну, я так думаю, у тебя 120-100%. Ваши ставки. Сейчас глянем. 129. 130 метров, да? Ну да, вот, ребят. Да, 130. 130. Интересно. Однако. Так, что? Вторая попыточка. Вторая попытка. Свес надо 130. При дальнем забросе оставлять побольше.
ты поближе становись к краю, потому что... Бланк гуляет? Бланк гуляет, да, что ты его не... Все. Подзагулял. В натяжке. На ноль сбросил? Да. Там муляка, походу, встрает. Не, серьезно. Я тоже, когда вытягивал, он... Мне кажется, это пушки решают. Палка за 15 баксов. Если, как и говорят правильно, что это дает где-то процентов 20. Сто 158. 160 метров. 158. Смотрите. 158. Это выдумка и монтаж. Выдумка и монтаж? Конечно. Так, третья попытка у тебя. Да. Сейчас. Обнуляем. Свес еще больше сделаем. 158. У меня нет слов. Вот вам и бюджетный вариант. Бюджетная палка, бюджетная катушка. Что это было? Палец соскочил. Все, вот. Она в этом, в муляке стоит. Палец соскочил, поэтому используйте всегда напальчник. Так, ноль, ноль, погнал. В муляке, вот сразу же. Опять это конусная пуля получается. Если сюда поставить 0,22 леску, я думаю, 180 метров для этой палки не предел будет. Ну опять кормушка, она за счет кормушки, если ты ставишь кормушку, а за счет своих полетных качеств, сопротивления, она не сомневается. Ну это где-то 145-150. Она не сильно полетела? Нет, палец соскочил, я же говорю. Сто сорок. Ну я же говорю, соскочил палец. Смотрите, 140 метров. Ну что делаем? Ну, давай еще попробуем. Давай. Попробуем взять. Бросать моим планком. Да ну, она нормально прогружается. Ну у тебя поболее вымотка ушла лески. Все. Так,
Нули, нули. Она. Юмату. Посмотрим, как шеститысячная бросает. Ну, у тебя лучше полетела. Но я ее не сильно напрягал, потому что боюсь. Эти шпиговые соединения, они ненадежные. Да не, ну что? Не, понятно, но все равно как-то они привычные. Плюс... Метров 102. Хват другой. Попробовать катушки переставить? Можно. Раз уже. Ну, у тебя по шкуле, я смотрю, больше вымотка ушла. Узел? Ну да, вытаскивай, раскручивай. Ты мотай, мотай, мотай. Что-то оборнулся. Мотай его потом. Сто 38. На 38 метров кинул дальше, на чем 30, ты. На 38 метров, ребят. С первого раза. С первого раза. Рекорд, рекорд 138. Я своей метров. Меньше кидал. Вот вам и Shark Forze. Шеститысячная. Шеститысячная катушка. Так, ну что, меняем мы сейчас катушку. Она не влазит? Влазит. Да нет. Не влазит? Это уже, наверное, 200. 100%. Да все, она в муляке уже. Все. Ну, конечно, давай. Лесочка мягенькая, хорошая. Давай. Конечно, совсем другая идет. Сейчас я попробую кинуть. Задумался. 134 метра. Отлично. 134. Сейчас попробуем шарком бросить. Давай пробуй шарком бросить. Слышишь, Миха, ну подожди. Что? Да, я стыки проверю.
Вот. Видишь? О. А ну глянь. Все, мотай. Провернулась. Угу. Так две сразу. А это не тогда, когда ты поправлял? Сто семьдесят практически, да? Так ты что, рекорд побил? 162? 168, да. 168. Ребята, ну... Блин, ну это вообще... Короче, вот смотрите, 168 метров. Угу. Вот так кидает шарк. 3,5 ЛБ. 3,90, хотел сказать 4,20. А ну. Надо еще, наверное, разочек запульнуть. Проверить стык. В общем, сегодня потестировали два удилища. Что одно, что второе в своем бюджетном сегменте выглядит достойно. Конечно, если были бы деньги, можно было подороже потестировать. Но вы пишите в комментариях, как вам такие броски. Максимальный заброс у меня получился 168 метров. Шарк 3,5, форс, 8000-ая катушка, 0,28 леска. Если бы поставить сюда 0,22 и 10-тысячную, либо 14-тысячную шпулю, то 200 метров для этих рук не было бы предела. Да, 168 метров. Почему она у меня не летит? Неужели все-таки этот самый рычаг приедет? Я так смотрю, здесь рычаг больше. Вот так вот, уже смотрю, как поменьше рычаг. Здесь да, меньше хват. Но мне более та удобная удочка, чем эта. И для моего роста мне 4,20 надо. 4,20 может быть и больше будет лететь. А 3,60 нет? А ну. 3,60 нет. Нет. Не могу предел в этот самый пробить. Вот 134 и все. Сейчас попробую еще меньше свет сделать. Не получится? А че? Да ну свет маленький. Ты видел, какой я свет сделаю? Так я уже все. Так я в курточке. Если курточку снять и лето, бланк чуть помягче будет. Можно еще дальше кидать. Леску тоньше ставить надо. Это сильно толстая леска. Сто двадцать. Угу. Так, ладно, сейчас мы еще разочек запульнем. Такой свет составим. Шарк получается лучше кидает. Yeah.
Я не знаю, слышишь, у меня уже, во-первых, рука болит, и я не могу понять, почему. Ты ту кинул, получается. Давай. С 6-тысячной. Сколько? 136 метров? С первого раза. 136? Да. Как есть, так и есть. Это все мои. Не, ну может специалисты и больше кидают. Да специалисты этими палками и 200 кинут. Так разницы нет, я тебе могу сказать. Мы сейчас посмотрим, я вообще там понтовый свет сделал. Сейчас посмотрим, сколько. Еще, короче, сделать свет. Сколько? 119 или 118. 119 метров. А ну да, я попробую. Сейчас своей после твоей кинуть. Будем замерять? Да, замеряем. О! Вымахал. Да, вот. Видишь? Она в муляке. Она в муляке просто стоит. А ну. Все, нули. Погнал. Ты твои ставки сколько? Сколько? Метров 150. 150? Это толстая леска. Вообще, можно сюда поставить Climax оранжевая Sport Z-Line. Она еще круче будет лететь. Но это чисто для дальности заброса. 0,22. Она будет дальше лететь. Но не намного. Метров если 5-7 добавится. Сто шестьдесят два. Не дотягивает. Тест маленький. Держи. Это предел для нее 160 метров. Она больше не кинет. Нет, она не кинет. Ну вот и подошло время заканчивать этот видеоролик. Сегодня мы сравнивали две палки бюджетного сегмента. Мне шарком удалось кинуть на 168 метров. Тест 3.5 LB, катушка Кайда, HGC 0.280, 0.28 леска Climax и шок-лидер 0.3. Такие получились у нас тесты. Если вам понравился этот видеоролик, пишите ваши комментарии, как вам эти удилища. Ну не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео. С вами был Виконста. Пока-пока.